Я думаю, что мы находимся в состоянии кризиса очень давно, на самом деле с 17 года. До этого в России была другая история. Вот. Но вот после 17 года тоже были разные периоды, периоды относительно легкие, периоды более трудные, более тяжелые. Сейчас мы просто проваливаемся в такой безвылазный кризис. Причем ситуация сложная и потому, что с экономикой все хуже и хуже, а общество ничего не объясняет. Общество как бы говорит, что все нормально, все встаем с колен, все замечательно, не обращать внимания на пустяки. То есть люди просто не готовы к тому, что произойдет экономический коллапс, который предсказывают экономисты до конца 2017 года. То есть ситуация сложная, а как бы инструкций, советов никаких мы не получаем, поэтому вопрос, на мой взгляд, очень правильный и актуальный. А если ответить по существу, ну что делать? Вот в России, Россия, одна из особенностей нашей истории в том, что русский народ был коллективистом, у нас был общинный коллектив, люди жили миром, общиной, помогали друг другу. Вот в сложной ситуации этот коллективизм должен сработать. Поэтому что можно посоветовать? Можно посоветовать укреплять семью, укреплять круг друзей, поддерживать друг друга, психологически поддерживать, да и финансово, материально, потому что ситуация действительно очень трудная. Вот. Ну а кроме того, если люди более активны, если этого им мало, я бы советовал вступать в какие-то гражданские объединения, политические структуры, которые им близки, потому что вместе проблемы переносятся легче, в одиночку это всегда труднее.